Всем привет, с вами GK, мы вернулись в Tales from the Borderlands. Сегодня 5 августа. И, если не ошибаюсь, 18 серия. Смотри-ка, ты смог. В конце концов, мы хорошая команда. Да, у нас были разногласия, но... Наш офис теперь. Gotta say, Jack, I couldn't have made it here without you. Я бы не сделал это, ну, ничего без тебя, короче. Как и я без тебя. I used to dream about я мечтал оказаться здесь. Anyway, where's the Gortys beacon? Где находится деталь Гортис? Короче, там, где тонна дерьма Атласа. Tonna Atlas crap. Soak it in, kid. Enjoy yourself. А, мы можем уже шевелиться. Это от прототипа без смертного костюма. Но... Причем был прекрасный, но не идеально. Who's this? А кто это? Yeah, that's... Да, это мой ангел. Я не люблю, когда люди знают, но мы были довольно близки. Как только мы закончим с этим хранилищем, я бы хотел узнать, что с ней. Если это возможно. Так, с Джеком пока не говорим. Скар и Эльпис. Welcome to my trophy case. Добро пожаловать на мою выставку трофеев. Некоторые артефакты, убийственные реликвии. Даже есть сертификат акции, подтверждающий, что я владею Атласом. Невероятно круто. Ничто так неприятно, как снизить стоимость компании настолько, что ты мог выкупить их акции на карманные деньги, короче. Gortys, you there? Gortys, ты тут? Hi. Okay. So я буду показывать тебе детали, а ты скажешь, что из них твоя деталь. Оки-доки. Секси хэт? Нет. О, второй раз угадал. Great, I'll be down there in a minute. Okay. Спустись через минуту. Увидимся. Not much to look at. Okay, here we go. The big seat is all yours. Сиденье твое. Ты запускаешь дверь в ловушку оттуда. Подожди, я хочу посмотреть. Да. Didn't really take you for the cowboy type. Не думал, что это... Yeah, I don't have a cowboy hat. Это была шляпа моей девушки. Ну, первой. First one before she became a... Прежде чем она стала сексуально... Короче, девушкой типажа сексуальной эпохи и шериф. Не знаю, как это перевести. Ей подходило. А нельзя забрать для этой нашей мадам. Ладно, фиг с ним, пошли. With that Gortys thing, we should be able to... So this is where it all happened. Так вот, где if все происходило. If by it all you mean the sex my girlfriend and I had, then yes. Oh, ew. Понятно. Ну ладно, садимся. Feels good.
That'd be the contact-activated dopamine injectors. Eager to jump in the big chair, huh? That suits you. Стремишься, типа, запрыгнуть в большое кресло? Тебе подходит? Как включить? This could be our last chance to chat. Может быть, последний наш шанс поболтать, ты и я. For years. Годами я управлял гиперионом из этой комнаты. И ты здесь, где все это началось. Как это чувствуется? There's something to be said for a cushy chair with a bunch of big important buttons that can raise hellfire on people. Feels like I'm sitting in the chair of a supervillain. Сижу в кресле суперзлодея. Could succeed where I failed. Use our power to сейчас достичь успеха там, где я провалился. Используй нашу силу, чтобы сделать все правильно, Рис. But say we shared the power I had when I sat in this room. What? Если бы у нас была сила, которую я имел, когда сидел здесь, что бы ты сделал? What the hell is taking him so long? Почему он Reese, так долго? The machine is off. Did you get the beacon? We're ready for you. Риз, что-то там отключилось, короче. Ты получил? Это деталь. Мы готовы. Кто-то здесь. Гордос, come back over here. Свернись. Вы говорите мне сделать одну и ту же вещь. Каковы шансы? Я не могу говорить вам об этом. Мы посреди чего-то. Я уверен, что она захочет увидеть тебя. А вот она. Кто это может быть? Ох ты же, блин. И Саша сзади, да? Блин. So, if we could wield Hyperion's might together, так как бы ты поступил с мощью Гипериона? Гипотетически, конечно. Still, you gotta know what you want. Gonna make it, kid. Like I told you after we escaped Oldhaven. Remember? I'd open the vault, finish what I started. Я открыл хранилище. Закончил с тем, что мы начали. Даже если там монстры стихнули. Я тоже стремился к хранилищу. But imagine, Reese, if it wasn't. Но представь, если бы это не было бы гипотетически. You ever wonder why Nakayama created me? Почему Накаяма создал меня? Вот эту всю и. Я должен был найти достойного последователя трона Гипериона. И ты тот последователь. Если ты присоединишься ко мне, мы сможем править вместе. Что скажешь, дружище? This is the only room with the override port, so if you don't jack in now, you'll never get another shot. Say there's no rush, but tick tick tick, Reese. Нет. Hell no. Нет. Ты психопат. Почему я должен доверять тебе? После всего, как я пытался помочь тебе, после того, как мы все прошли, ты отказываешься от всего, чего ты хотел? Я знал, что ты идиот, как только я тебя это. Как ты вставил меня в свой мозг. Я должен взять тебя за череп и разбить твою голову, короче, разбить твои мозги об камни. Ну скажи что-нибудь. Я устал. Нет. Ох, ты же нифига себе. Она даже не поняла, что я был в твоей голове все это время. Как я заставлю тебя, типа, задушить ее. Она даже не будет знать, почему. Что ты делаешь?
Блин. Не могу поверить, как долго я был, как долго я был застрявшим в твоей маленькой пустой голове. Наконец, хорошо, что я в сети, типа. Я в системе сейчас. Не говоря уже о моем новом прекрасном теле. Ты маньяк? Нет, я как раз... Я чертов красавчик Джек. Кажется, это закончилась часть. Да. Да, часть закончилась, и правда. Пропуск. Ну, поехали, пятый эпизод. Хранилище путешественника как раз. Переходим на финальную, так сказать, часть. Если учесть, что 16... Нет, вру. Сейчас, я просто пытаюсь вспомнить, если это у нас 18-я, не 17-я эта часть, это 18-я часть, значит, понадобилось чуть больше 4 частей на каждую часть. Ну, плюс-минус еще 4 части, включая эту, будет, даже 5, я бы сказал. Если вы вспомните, случайно началось вот это вот длинное путешествие к... Хранилище путешественника. Проект Роберт Гортис Атласа был разработан не только для того, чтобы призвать или поглотить, не знаю, саммон, призвать вроде бы, хранилище путешественника. Он также предназначался для того, чтобы разобраться со сложностями при входе в хранилище. Два непохожих охотника за хранилищами начали собирать, но один компонент остался вне зоны досягаемости на космической станции Гиперион. Pressed into service by the local crime lord, they concocted a plan to sneak aboard. The corporate lackey had access to inside information, but he didn't dare. Короче, этот корпорат, то есть Рис, у него был доступ к секретной информации, инсайдерской, но он не раскрыл свой источник. An old rival provided a priceless disguise, while старый противник дал бесценную маскировку, в то время как новые союзники могли подготовить, короче, ракету, да. Они полетели в космос. Просто, короче, да, пересказ прошлых событий. Они вымерли, если не... как это, самопожертвование благородной души. Конечно, на космической станции Риз нашел, что его этого предала, да. Он сохранил маскировку, выбирая слова аккуратно. Работая вместе, если не знаю, как ее зовут. Короче, в смысле, не как зовут, а как будто кон-артист переводится. Короче, Фиона и Рис добыли последний компонент Гортис. Обнаружил, что план красавчика Джека сработал. Да, прикольненько. Хм.
them in one of the cells for questioning. Допросную комнату их, короче. Комнату для допросов, да, одну из. Киньте. Look at the three of us living a life of crime. Бертис. What are you in for? They caught me at one of the security checkpoints. Не поймали меня, конечно, на одном из контрольных, ну, точнее, пропускных точек. Мы здесь, потому что подстрелили пони. Мы все знаем о пони. Мы перехватили ваши коммуникации. Так что мы не должны объяснять вам. Где Риз? Я просто хочу поговорить с ним. Если бы я была тобой, я бы... притворилась, что ничего не видела из этого. Но ты не я. Мы не покинем перед тем, как не получим ответы. Что это происходит? Ой. Что происходит? Лицо его запомнит это. Это было круто. Рис, ты в порядке? Я слышал что-то... звук вроде умирающего животного. Рис? Что там происходит? Сейчас узнаем. Что-нибудь нажимать на то? Значит, правильно. Ну, ты знаешь, как должно было быть. Охотник из хранилища убивает меня. Я понимаю humility, гуманность, например, да. Ты возвращаешь меня обратно туда, где я нахожусь. Мудрее, сильнее. Прекрасная арка для персонажа. Гиперион не нужен. Гиперион, ты больше не нужен, Джек. Успокойся, ты устарел. Я больше не буду старым, потому что я буду... я буду носить тебя как костюм спортивный. Но я также запланирую некоторые апгрейды для тебя. Так, прототип, о котором я говорил. А, нифига себе. Прошу прощения. Так. Да, ну-ка я ему на самом деле построю его. Просто останется на месте. Оно пройдет в твое тело, и потом я загружусь в него. Не беспокойся. Процесс убьет тебя, так что ты не будешь страдать, как зомби под... зомби-раб под управлением, короче. Или что-то вроде того. Неважно, если ты умрешь. Твой план глупый. Ты не продумал даже его. Ты неправильно произнес гениальный. У тебя какой-то удар или что? Ты восхвалял меня, типа, а теперь ты будешь мной. Тебе понравится. Это идеально. Нет, на самом деле нет. Ты застрял в моей голове, Джек. Наши умы связаны. Если я умру, ты умрешь. Помнишь об этом? Так вот, я думал, что ты выйдешь. Больше он не сработает. Я все свое сознание передал в компьютерные системы базы. Знаешь, что это значит?
Я Гелиос. Теперь понимаешь, пироженка? Или кексик? Ну что, поехали? Давай этот страшный робот-скелет заберется в тебя. Нифига себе. Уклоняться надо или на Q нажать? Ох, нифига себе. Ой. Я забыл, что это черт только я свои колесики. Это моя ошибка, типа. Как минимум ты типа пойдешь на дно, сражаясь. Ужасный план. Что сделать? Что сделать с этой? Отпусти это, отпусти. Нифига себе. Дай. Нет. В чем твоя проблема, Риз? Ура, мы сбежали. Вернись, неблагодарный там, скотина, короче. Нам нужно идти. Мы ждем Риза. Уф. Вот как удобно. Как же мне болит внутри. You all right? Ты в порядке? I heard screaming. Apparently Jack is loose. Джек в системе. Okay. Я не понимаю, really о чем ты говоришь. Well, nothing good. Ничего хорошего. Hey, we need to go. Нам нужно идти. Sorry, my internal bleeding. Да, мне жаль, что мой внутренний кровотечение задерживает нас. Окей. Я могу это сделать. I can do this. А на городе поставить обновление нет? Вообще не судьба. Риз, мне очень жаль. Ну, привет, Ивет. Я дал Гиперону твои координаты, потому что они дали мне гарантии. А, да. Что ты будешь спасены. Я хотел убить и что-то там из твоей головы, короче, забрать. Я настаиваю, что они пощадят тебя. Please, Риз. Пожалуйста, Риз. I'm as good as dead if you leave me. Please don't do this. Пожалуйста, не делай этого. You know I can't leave. Ты знаешь, я не могу оставить тебя. Are you serious? Ты серьезно? Yes. Да. Awesome. Спасибо, ты не пожалеешь об этом. Well, I wasn't thinking I would until you said that. Серьезно? Lockdown protocol in effect. Hey, we gotta go. Gotta move. Go. Пошли. А, ну всем пофиг, что Ивет с нами побежал. Риз, у нас проблема. Давай в списку. Караван никуда не поедет, потому что, типа, дверь ангара. Приготовьте караван. Я открою двери ангара. Хорошо. Опасность, как будто следует за нами. Смотрите за Августом. Я не доверяю этому чуваку. You don't strike me as having a lot of upper body strength. Oh, okay. You know what? Come on. Watch out for August. Got it. Here you go. Come on. Hangar base this way. Нам сюда, короче.
Все, всем спасибо за просмотр. Я на этом, пожалуй, закончу. Увидимся в следующей серии. Всех обнимаю. С вами был GK. До скорого.